специальное меню для аллергиков и больных диабетом появится в школах. В Министерстве образования разработали 5 видов меню для детей с особенностями питания. Как рассказал представитель ведомства Дмитрий Шиловских, чтобы ребенок получал нужное ему питание, следует принести в школу справку, подтверждающую аллергию, и обратиться к ответственным за питание. Первоуральцы смогут написать музыкальный диктант. Принять участие в акции может любой желающий, независимо от уровня подготовки и возраста. Первоуральцев ждут 2 октября в детской школе искусств по адресу улица Чкалова, 23. Все подробности и вопросы по телефону. Первоуральцев приглашают на вакцинацию. Поставить прививку от коронавируса по предварительной записи можно в ближайшие выходные. В субботу в поликлинике номер 1 с 9 до 12.30, в воскресенье в поликлинике номер 2 с 9 до 11 часов. Телефон для записи 64 60 01. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат.